СК куда, да, там что? За М-102, куда ГНС. Мне проституток за такие цены должны водить каждую ночь туда, блядь. И не каких-нибудь там шмар там за 2000, а, блядь, элитных, нахуй. Пиздец. То есть, представляете, сколько РЖД тур зарабатывает? Ну, я знаю, я, блядь, уже представил. Я ж Юрий еще сказал, а ты, блядь, за ставку голову тут ездишь, блядь. Да нет, Саш, ну я уже, я говорю, я думал, сейчас говоря, это уж хотя бы на трехразовое питание здесь. Я вам сфоткал сосиски. Блин, уж могли бы что-то нужда такое и получше. Стрела, не? Ну, единичка вот, да, что-то еще есть. Но она неудобна. Мне вот экспресс больше всех нравится. Строечка. Вот. Что это за хуйня? Тормози. Белый горел, Юрич. Не, ну, наверное, на красный переходить, ну, да, я не знаю, здесь, что. Брюки, наверное. Это или РБшка заедает. Блядь, заебало. Что-то точки мимо куда-то. Как-то. Бля, хуёво, да. Надо, чтобы они все сюда шли, да, Юрич, к нам? Я ключи переведу. Да, подсоединимся, и уже можно поменять.
Барда из Круглова отвечаю. Два разрешающие по 15-му свободного пути по направлению станции Среднерогатская за сигналом М103. За 103-й поедем, кабинку поменяем, подсказ.
направлению станции Купчинская, до М129, сигнал М105, до 105-м кабину поменяйте, подсказывайте. Переплачивать, сука, блядь. Я тебе про что говорю. 11 вообще было. И батарея, и друзья. Опять все цеплять, блять, и потом опять прицеплять. А на вокзале как составы должны выгнать еще? Да. Ну да. Блять, пиздец. Мне нихуя, блять. Мне это не нравится. А ехать шикемы с этим, блин, это отоплением это, да, это. Мне это вообще нахуй не нравится. Сейчас, Сань, подсоединимся, соединяйся, я заглушу и пускай. А, ну ты имеешь в виду сначала педалку, да, и... Да, ну ты вначале этим, тормозну, да. Даже по технике безопасности. Да я не знал вообще. Тебе уже, нет, на пробу уже в последний очередь. Она снимается? Не, ну я как бы знал, но я не знал, что это именно где-то регламентировано, бля. Сначала, а потом, блядь, уже это не могу.
403-го, готов до 443-го встречающего, пока до 443-го.